Всем привет! Давайте рассмотрим вот такую новинку от KinSmart, которая называется Mercedes Sprinter. Это такой вот микроавтобус. Надо сказать, что KinSmart вообще-то редко выпускает машинки вот такого формата, как микроавтобус. В основном, конечно, у них либо пикапы, либо родстеры, либо гиперкары или суперкары. Вот такой вот Mercedes. Чем интересна эта Mercedes модель? У нее открываются двери кабины. Также у машинки открываются задние двери. Нажимаем вот так на краешек двери, и дверка туда утапливается. И здесь тоже раз, нажимаем, застревает. Вот такой вот Mercedes. И что мы видим внутри? Там лежат какие-то коробочки, потому что эта машинка в основном служит для перевозки грузов и доставки заказов из интернет-магазинов. В нашем интернет-магазине «Папа рулит» вы можете оформить заказ через сайт и выбрать удобный способ доставки. Мы отправляем машинки через пункты выдачи СДЭК, через Почту России посылками, а по Москве у нас есть курьерская доставка. Задние колеса у Мерседеса с инерцией. Нужно оттянуть вот так вот и отпустить. Срабатывает пружинный механизм. Напишите в комментариях, какой цвет вам больше нравится. Красный, синий, белый или черный. Давайте посмотрим, какую информацию нанес производитель и указал ее на донышке. Mercedes-Benz Sprinter. Дальше артикул и масштаб. 1:48. Обратите внимание, на коробочке с этими машинками наклеена вот такая вот голографическая наклеечка со значком Mercedes. Я не рассказывал в предыдущих обзорах, но у KinSmart очень часто на коробках с машинками нанесены наклейки, которые говорят нам о том, что машинка выпущена по лицензии автоконцернов. Например, вот так вот выглядит лицензионная наклейка компании Ford. А вот так выглядит голографическая наклеечка на машинках KinSmart, модель Lamborghini. Вот такая наклеечка стоит на коробочке с McLaren. Вот эта наклейка на коробке Volkswagen Жук New Beetle. Посмотрите, как выглядит лицензионная наклейка на Mercedes-Benz X-Class. Тут написано слово Daimler. Надеюсь, вам понравился обзор такой вот машинки Mercedes Sprinter от KinSmart. Это новинка 2021 года. Ставьте лайки, оформляйте подписку. Смотрите другие обзоры металлических машинок на нашем канале. Мы называемся «Папа рулит». Всем пока. До новых встреч. Mercedes.